Добрый день. Данный ролик посвящен следующему вопросу. Зачем взламывают и крадут каналы с Ютуба? Ну и вообще аккаунты. На самом деле совершенно недавно, ну как недавно, буквально 2 месяца назад у меня был канал 1Серж23 был украден хакерами. Сейчас через команду Ютуб мне канал вернули, но на канале до сих пор находится дополнительное ограничение, то есть связанное с многочисленными претензиями правообладателей о нарушении авторских прав и так далее и тому подобное. Поэтому здесь этот, как его называется, ну, факт взлома канала и о том, как действовать, если ваш канал взломали, я снял отдельный ролик, здесь можете его посмотреть, я его постараюсь сегодня выложить. Здесь я хочу рассказать вам, в принципе, для чего это делается, то есть почему крадут каналы в целом. То есть что, какая выгода от того, что, допустим, увели у вас канал. Ну, самое главное, если на канале пошла реклама, то есть по каналу подключена монетизация, то вы становитесь независимым от количества подписчиков, независимо ничего, вы становитесь достаточно соблазнительной добычей для хакеров. Вопрос, зачем взламывать конкретно ваш канал, независимо от вашей тематики. То есть, почему это они делают? Это делается чисто ради денег, в первую голову. Каким образом здесь получаются деньги? Сейчас вам постараюсь это очень подробно и все рассказать, потому что просто сейчас по мере возвращения канала, то есть я получаю доступ к аналитике, я получаю доступ к информации, которая у меня была на канале, пока я им не имел возможность пользоваться и не имел возможности его контролировать. Но сейчас я эту информацию всю вижу полностью досконально. Соответственно, весь чужой контент, который был залит на мой канал, я удалил его мгновенно, то есть как только получил, это было первое действие, которое я сделал. То есть я удалил все лишнее. То есть все, что не мое, тем более все это было противозаконно и связано с нарушениями, грубыми нарушениями многократными авторских прав. В принципе, за что канал в свое время получил блокировку. То есть, потому что после взлома хакеров прослужил он недолго, заблокирован был не по моей просьбе, а непосредственно по просьбе правообладателей контентовой информации, которая была выложена на моем канале без моего разрешения. Вот, соответственно, теми, кто его взломал. Вообще, на самом деле, взлом канала – это многократное, можно сказать, преступление, которое, в принципе, карается законом во всех странах мира. То есть это нарушение попадает, по-моему, под все законодательства о кибербезопасности и обо всех остальных вещах. Это попадает сразу же, как начинает выкладываться левый контент, это попадает под закон о защите авторских прав. То есть буквально после того, как ваш канал взломали, то есть на самом деле у человека, который это сделал, возникает целая куча, проблем, связанных с уголовным законодательством. Причем это, как еще раз говорю, это не только в Америке, не в России, это вообще во всем мире. То есть это единая стандартная практика. То есть за это наказывают кругом и поголовно. Вот. Для чего тогда, почему взламывают канал? Как еще раз говорю, первая причина — это из-за денег. Потому что, вот смотрите, взломали ваш канал. На вашем канале находитесь вы, у вас огромное количество ваших роликов, где вы непосредственно, как гражданин, там, физическое лицо, там, юридическое лицо, без разницы. То есть вы выкладываете информацию, выкладываете, вас видно, вот, это ваше. То есть видно ваше лицо, видно ваши действия, видны... Вообще, в принципе, все, что вы, что есть доказуемая база, что это вы. Хорошо, это первый момент. Теперь второй момент. Поскольку человеку абсолютно на вас пофиг, то есть он вас просто, ну, грубо говоря, обворовал, украв ваш аккаунт, после этого ему абсолютно, да, без разницы, абсолютно до лампочки, какой контент заливать на ваш канал. Потому что... Что происходит, ну как вот я вот говорю, я разбирался с этой ситуацией, то есть анализировал, почему такое произошло, то есть как это вообще, что было, с чем это было связано, ну и помимо того, что как не допустить такого повторения в будущем, потому что ситуация действительно неприятная, она неприятная с многих аспектов. И здесь получается следующая штука, что говорю, человеку на вас абсолютно пофиг. Он может заливать сюда, начинать вплоть от порнографии и кончая любую
любую контентную рекламу, любую информацию, которая будет пользоваться глобальным спросом конкретно в данный момент из расчета на то, что вместе с каналом он ворует вашу привязку непосредственно к системе платежей Google. Вот. То есть, и, соответственно, ему, если у вас уже включена на канале монетизация, как я говорил, вы становитесь желанным этим пирогом для данного случая. То есть, происходит следующая штука. Он начинает вливать максимум информации, которая вообще там может быть совершенно, там она может носить экстремистский характер, любой. Главное, чтобы его много смотрели. Там может быть как в моем случае, это просто были украдены видеофайлы, новостные видеофайлы из Fox News. Канал стал называться Trump 2020 Breaking President News. И, соответственно, все по данной тематике было начали выкладываться видеоролики с этого, как его называется, с Fox News канала. То есть здесь преступление против канала Fox News, потому что происходила кража непосредственно контента, который был выложен. Преступление против меня непосредственно, потому что произошла кража моего канала. Ну, говорю, на все это пофиг. То есть расчет на то, что будет мгновенный, огромный поток информации, которая левой, которая выложена на ваш канал, она будет массово смотреться, массово будет огромное количество кликов, если контент более-менее какой-то живой. Из расчета на то, что вас не заблокируют сразу, а вы не заметите о том, что у вас канал взломали. То есть, если это не произошло, то, соответственно, просто доход от рекламы, которая была подключена в результате монетизации, будет достаточно огромный. И человек начинает просто снимать деньги и сливки с одного, с любого канала, который он взломал. То есть вот, нарушая при этом все подряд, ему потому что абсолютно не интересует. Вы же не будете выкладывать, вы как автор не будете заниматься тем, что вы выкладываете, например, своровали видео, там своровали еще что-то, и выкладываете его к себе, что типа это мое, здрасте, вот такая вот тема. То есть этим заниматься вы как автор не будете, а ему это без разницы. То есть потому что говорю, что его задача сорвать бабки на скорую руку из-за того, что пока его не заблокируют. Заблокировали, наплевать, он берет следующий канал. То есть это, я считаю, что вообще на самом деле взлом каналов на YouTube, в частности, это массовое явление и неодноразовое явление. И практика у этих, как его называется, у хакеров достаточно высокая, потому что мне рассказывали, что взламывали каналы с этого, как его называется, с азиатских. Когда на канале начинала выкладываться азиатская реклама, там азиатские там дела, у человека взломали канал. То есть, и вот это вот такая вот штука, то есть она, в принципе, говорю, то есть если ты не думаешь, если твоего лица здесь нет, ты можешь выкладывать туда все, что хочешь. Вот, цель такая. А выкладываешь все, что хочешь, ты, соответственно, начинаешь получать деньги за рекламу, которая выкладывается одновременно с этим, идет с каждым кликом. Так что вот. И абсолютно без разницы, будет ли это носить какой-то политический характер, будет ли это носить что-то еще. То есть взломщику на это наплевать, абсолютно четко и определенно. То есть, например, как еще раз говорю, у меня канал стал называться Trump 2020, Breaking President News. Можно сказать, что посредством моего канала оказывались влияние на текущие выборы американского президента, как его называется. Так что вот. Здесь уже пошла и политика связана, и все остальное. А все, в принципе, делается с простого. Единственный механизм, который мне не до конца понятен, это почему автор, когда заметил кражу канала, ну, в частности, меня, почему после того, как я сразу же попросил заблокировать канал свой службе поддержки Ютуба, было сделано только спустя какое-то время. Потому что это все можно было, по идее, это можно остановить и сделать все это быстрее. Потому что, например, мне было неприятно, что мой канал используется в таких целях. То есть, тем более противозаконных, по большому счету, целях. Так что вот, следите за своими каналами, не давайте максимально их взламывать. Хотя система безопасности, на мой взгляд, достаточно своеобразная, по крайней мере, на Гугле. Вот. Но она все равно есть, и все равно ей не надо пренебрегать.
ни в коем разе не отвечайте ни на какие-то непонятные письма. Если есть какие-то вопросы, сразу же, этот, как его называется, сообщайте, задавайте их в чате специалистам YouTube, они практически достаточно быстро и всегда вам ответят. Если вы заметили, что ваш канал уплыл, то сразу же через чат, как я вот проводил, ну, перед этим вот сделал ролик о том, что нужно действовать, как нужно действовать, о том, если взломали ваш канал на YouTube. То есть обязательно выполните все эти дела сразу же. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше, вы оставите мошенникам шанс воспользоваться, соответственно, вашей репутацией, вашим именем и вообще вашим лицом для получения незаконной прибыли. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, смотрите. То есть данный ролик, в принципе, сделан чисто, скажем так, на эмоциях достаточно. Но он где-то это все правда, то есть это действительно так и есть. То есть здесь нету ничего лишнего. То есть это действительно та информация, с которой я хочу поделиться владельцам каналов вообще. То есть все, спасибо за внимание. Будет вопрос по вопросу, почта 1серж23@mail.ru. Пишите, обязательно отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.